И всем привет, дорогие друзья! С вами Милтон, а мы продолжаем с вами играть в Майнкрафт версию сборки Terraform. Ой, версию сборки позже Казон, извиняюсь, уже по привычке просто. Ну, давайте покажу, что я сделал за это время. У нас стоит ветрогенератор. Ну, поставил там кинетическую катушку. От нее я поставил вот такой вот низковольтный коннектор. Провел провод от одного до другого, я покажу вам, как это делается. И от этого коннектора вот подключил к нашей машинке. Тут питается, ну она питается энергией вот этой. И также вот эту машинку поставил здесь. Зачем я ее поставил? Она тыкает и автоматически нажимает на литейный кран. И из-за этого наливается сюда у нас. Также благодаря трубам, снизу подключил, трубы забирают наши слитки. Так удобно все это у нас работает. Не на метр стоит, а то получится и тыкать все. Тут я расплавил кучу железа, у нас сейчас все еще переплавляется, тут у меня уже дофига всего получилось. Это шикарно. Здесь только сделал мини-установочку, печку поставил, а в нее складываю ту руду, что я нашел в этом, в аду. Она вот благополучно превращается вот в такие вот слитки. А их же я буду там разбивать молоточком и переплавлять. Как-то так. А сегодня мы с вами будем делать нашу печку для выплавки стали. Для этого нам потребуется, так, вот я приготовил немножко. Так. Кирпичики нам понадобятся. Такие. Что там еще понадобится нам? А, огонек. 8 штучек есть у нас. Я очень надеюсь, что этого хватит. Ну что ж. 16 штук. Блин, мне не хватает огоньков. Жесть. Так, получается, мне нужно будет просивать совсем другое. А это заберу отсюда, поставлю... Ой, не песок, вру. Не песок. Пылька нам нужна. Ее, конечно, у меня мало. Но потом я сделаю все. Так, для нашей печки я приготовил место вот специальное. Вот это место будет. Но то, что я накрафтил, это маловато. Еще нам нужно 9, 10, 11 штучек. Хорошо. Это 12, 6. 6 огоньков мне потребуется сделать. Ну да ладно. Пусть пока стоит. Кстати, вот здание можем уже выполнить с вами. Так, мешочек с наградой. Буду брать всегда правый. Так. Это пока не можем сделать, у нас стали нету. Давайте сделаем трансформаторы. Нам нужен такой и такой. Хорошо, давайте посмотрим, хоть как они делаются. Так, они у нас делаются из железа, тех проводочков, что мы с вами крафтили. И купер койл. То есть, во-первых, нам нужно железо. Медь. И проводочки. Ну, возьмем все пока. Так, изначально медь. Забыл, как там. А, решетка еще нужна. Угу. 4 штучки делаются, вот этого нам как раз хватит. Надеюсь, что хватит. Как я вижу, здесь такой, а здесь такой. Хорошо. И железо. Первый трансформатор у нас готов. Второй. Тут нужен большой проводочек и опять средненький. Но средненькие у нас уже закончились. Они делаются из еще меньше. И шерсть. Раз, два. Так. Этого должно хватить. Отлично. Трансформатор мы сделали. Так, насчет этого я еще, наверное, сделаю. Я думаю, что нам еще пригодятся. Хотя бы 4 штучки. Давайте зададим задание.
Нам нужен мешочек с наградой. Вот этот. Тут нам предлагают сделать винты. То есть, опять же, так, ну, такую же конструкцию, только уже вместо дерева будет у нас использоваться, как я вижу, по картинкам шерсть. Так. Вот они все три. Ага, они друг из друга делаются, супер. Так, нам понадобится доска. Фабрик, палки, так, фабрик, фабрик. Ух ты, ёпрасоты. 9 на одно. То есть 18, 36, 72 только на маленькую идет. О, жесть. Так, от вас пока я избавлюсь. Так, так, так. Слава богу, хоть ты гони, так и наубивал. Посмотрим, хоть сколько это получится. Уверен, что очень-очень мало. Пока всего 21. Только, мне кажется, да, половина всего лишь будет у нас. Да, чуть-чуть больше половины. Этого тоже маловато. Будем пока копить. Давайте сразу тогда откроем хоть сумочки. О, это хорошо. И сера. Серу пока отправим сюда. Хорошо, пока это здание точно не для нас. А давайте, может, турбин хотя бы сделаем. Для этого нам понадобится... Это у нас есть, железо. А вот сюда и пригодились они. Так, медь. Ага, красная пыль и лазурит. Красная пыль, лазурит. Так, это пока у нас есть. Хорошо, давайте скрафтим, пока есть у нас. Так, нам нужно таких два блока. Хорошо, это есть. Угу. Раз, два, раз, два. Раз, два. И железо. Супер. Алтернатор сделан. Какой-то непонятно, что это. Так, здесь нам нужна сера, медь, железо. Зря скинул серу. А, медь, железо. Это тоже мы сделали. Осталось эти слитки найти. Вот они. Опять снова железо. Это и это. Все, винт, турбин мы сделали. Хотя бы это для начала тоже хорошо. Давайте пока... Нет, у меня это все хранится не тут. Вот сюда мы все пока скидаем. Думаю, потом нам пригодится. Так. Что дальше мы можем сделать? Реактивный корпус. А, реакторный корпус. Чё? Урановый слиток? По-другому как там было? Ну давай. Елориумовый слиток. Ё-моё. Сталь. Нет, сталь уже нет. И графитовый слиток. А у меня тут какие? Нет, у меня совсем другие зеленые. Ах, ну да ладно. Пока это точно задание не для нас, уже видно сразу. Это тоже. Здесь что? Ну, застопорились немножко. Так. Призрачный ключик. Может быть, его сделаем. Призрачное железо. И палка. А, это мы сможем сделать легко. Так. Ой, вру.
Как там? Снизу. Все, ключик сделали. Только для чего он нужен, интересно. Че он открывает? Ладно, не суть, пока потом разберемся. Так, and cake. Тортик, тортик, тортик. And cake. Золотое яблоко. Торт у нас один есть. Око. Но потом мы найдем огненный порошок побольше. Сейчас вот просеем и сделаем точно. И тортик. Задание с тортиком мы выполним. Тут у нас что? Part of frame. Meaning multition. Multitool. О. Так. Портал. Угу. Аромик крафтинг. Что за? Непонятно, ну ладно. Ты как у нас делаешься? А я их все потратил. Блин, вот знал бы, что сюда идет. Я не трогал бы. Алмаз края. Так, вот этим можем сделать. Небесный камень у меня валяется. Сможем? Древесина. Ух ты, разная всякая древесина. Надо что-нибудь потом будет с этим придумать. А ты у нас получаешься... О, это мы сделаем легко. Да, жестокие задания, конечно. Но мне интересно, куда потом портал можно открыть или что? Зачем эти порталы? Наверное, что-то в этом есть. Посмотрим потом. Обязательно. Здесь пока мы не можем... Да надо выполнить мне это задание. Осталось совсем чуть-чуть. Золотой шип, алмазный шип и вакуумная воронка. Так. А в каком количестве? По одному. И вакуумная... Обсидиан, ока, воронка. Может быть, и это задание мы с вами сделаем. Так. Ну, давайте хотя бы его выполним. Потом я ставлю на паузу и буду просеивать дальше. Ока есть. Воронка, воронка. Что я делаю? Так. Обсидиан. По идее, должен у меня он быть. А, я же его весь потратил. Ну да ладно, раз тут всего лишь один, то мы сейчас с этим что-нибудь с вами придумаем. Возьмем ведерочко. Там. Так, кстати, мне попали все-таки, ну, эти слитки. Я из них сделал жидкостную трубу. Вот так вот я все объединил. То есть забирается отсюда лава, заполняется, во-первых, наш резервуар этот, это очень хорошо. А здесь я поставлю наши генераторы, которые мы тогда с вами крафтили, три штуки. Они будут вырабатывать энергию за счет лавы, это супер. Так, возьмем ведро лавы. Так. Сейчас по-быстрому сломаем, и все супер. Хорошо. Ты, да блин, достала. Моя кирка уже потихонечку модернизируется, она прокачивается за счет того, что я копаю ею. Поэтому она у меня уже так выглядит. Так. А, у меня уже ведерко с водой было, ну да ладно. Давайте скрафтим.
Это мы с вами сделали. Интересно, потом хочу попользоваться и обязательно. Так, шип. Делаем алмазный шип. Золото. Ой, ё-моё, я не знал, что у меня так мало золота. Так, что у меня тут с золотом? О-о-о-о. Вообще проблема. Сейчас буду собирать все, что у меня, все, что содержит золото, и буду переплавлять это все я. Так. А у меня тут мало чего есть вообще. А, меня же все посеяло. Да, вот все у меня только осталось железное. Это все могу переплавить в печке. А вот с золотом проблемы. Вообще пипец. Эх, ладно, давайте, пойду я на паузу. Добуду золото. И вот эти огненные пыльки. И сразу к вам вернусь. Ну что ж, я вернулся. Так, давайте, я насчет этого золота и так далее, вот шипы эти, я пока оставил на потом, потому что там у меня алмазов тоже не так уж много, не то что золото. Чуть-чуть у меня переработалось. Так, еще бы что я хотел сделать. Вот, хотел показать то, как я еще не заморачиваюсь насчет того, как я крафчу, соединяю пыльки и так далее. Сейчас вам все покажу. Но для начала я хотел бы сделать себе предметный фильтр. Сейчас заранее просто сразу с вами скрафтим. Так. В общем, вот тут у меня стоит предметные фильтры. Эти верстаки автоматические. Вот и еще я сделал себе две штучки. Так. Отключить. Опс, упал. Так, подключаем их. Те тоже отключить. И начинаем. Сюда будут помещаться и извлекаться. Да? Да. Помещать мы будем с вами только цинк. Извлекать будем вот так вот. Так, опять помещаем только олово. Вытаскиваем все остальное. Опять помещаем. На этот раз никель. И здесь мы... Последнее идет свинец. Все, это мы сделали. Теперь осталось только их настроить для крафта. Так, с цинком мы будем делать так. Вроде правильно, да, пошел? Олово. Да, вот этот вроде. Никель. Ну, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться. Да блин. Неудобно. Здесь свинец. Свинец. Все, как вы видите, заполняется своя, ну, по трубам наш свинец. И идет крафт. И потом это все к нам поступает в нижний ящик. Потом я уже прихожу, готовую руду собираю. И иду разбиваю уже на более мелкие. Но это пока так. Потом в будущем поставлю хаммеры. Они будут разбивать на более мелкие частицы. Их будут объединять опять автоматически эти крафты. Может быть, там я уже другие поставлю более улучшенные, нежели чем такую большую огромную стенку ставить. И опять будут разбиваться и так далее, как в Galactic Science. Также буду все делать. Так, пока пусть золото тут у меня выливается. Следующее, следующее. Я же хотел что-то выполнить. А что именно? Скажите мне. А, тьфу, ты вспомнил. Мы же с вами делали стальной эту... Да-да. То есть мы с вами берем. Теперь их найти нужно. Обожженный кирпич. И обычный кирпич.
Нам 11 штучек нужно, да? Не то взял? Да, адский кирпич. Все. Это мы с вами сделали и получили. Это мы закидываем. Как удобно, кстати, мне нравится. Так, идем сюда. И давайте это все заставим. Супер. Теперь возьмем наш молоточек, который где-то лежит, непонятно где. Где же ты? Где? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Че вот цветки делают? Да мне кажется, проще уже новый сделать. Че? А, вот, нашел его. Возьмем молоточек наш и тыкнем сюда. Та-да-дам! Ачивочка. И если не ошибаюсь, то туда нам нужно будет закидывать железо, да? И еще уголь. Уголь, уголь, уголь. 64 штучки есть, супер. Может, креозотовый? Ну, древесный. Да, на древесном угле это все и делается дело. Ну что ж, можно сказать, что мы получили нашу сталь. Так, у меня тут полно уже. Еще 3 баночки влезет. Ну да ладно. Пусть перерабатывают пока. Давай, сталь, выплавляйся. Удобно, мне нравится, кстати. А, баба, ты куда пошел? Вот, смотрите, у меня, например, пустая стала наша печка. Мы с вами берем, где... А, вот она, алюминий, например. И их просто в сундук ложим. И сколько будет нужно, она будет забираться. Все нагревается, сейчас переплавится, и тут же будет у нас уже на выход выходить алюминий. Удобно, классно. Первая сталь готова. Супер. Юху. Достижения пошли. Ну, думаю, напоследок давайте, может, это сможем выполнить. Дай посмотрим, сколько надо. Термоэлектрический генератор. Генератор. Вот он. 3 стали всего нужно. Это чё? Тут чё за фигня такая, первый раз вижу. Никель и медный порошок. О, ладно. Тоже не в этой серии. А пока у нас пусть сталь готовится. Шлак. Шлак для чего нужен? Можно делать бетон. Ну, бетон. Прикольно, кстати, выглядит. Мне нравится. О! Надо бы потом еще чизель сделать себе. Будет шикарно. И давайте напоследок тогда пооткрываем сумочки. Вот это мы все берем и смотрим. О, то, что мне нужно было по заказу. Так, сразу сейчас избавлюсь от всего. О, кстати, вот это вот тоже нужно избавиться. О, ну и от ниточки. Так, откроем дальше. 2 ведерка, пластинка новая. Еще пластинка. Пульсирующее железо. Во, супер. Как я люблю сумочки. 2 шанса. Говорит, открой меня. Ну, пожалуйста. Зараза какая. А, навоза дали. Дофига. Иди отсюда. Так, что я предлагаю? Ну, раз дали нам 2 сумочки. Ну, 2 шанса куба. Я предлагаю их и тут же и открыть. Сейчас я избавлюсь от всего, чтобы не потерять, если я умру. Ну что ж. Рискнем. Боязно, боязно, очень боязно.
А, нам еще... Да, вы хотели, чтобы серия задержалась? Нам еще кубов дали. Йо, просто это я боюсь открывать. Нет. Последний вроде, да, там вроде два куба у нас было. Скрю вас. Скрю пати, вы last stand. В вашем пати вы последний, типа так... О... Непонятно что, не могу перевести. Крипер. Крипер. Ух ты. Да, правильно падаете. Это было боязно. Ну ладно, толком хоть ничего не сломали. Новос. Они издеваются. Нет! Беги! 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 Все! Нас сегодня достаточно! С вами был Милтон. И до следующей серии. Всем пока!